Пришла пора бросать семена в землю. Но у бедных старика со старухой не было семян. Не было денег, чтобы купить семена. И не было сына, который заработал бы на семена. И пошел бедный старик к богатому баю. Старуха у меня приболела, мальчик. Ты присмотри за ней, пока меня не будет. Воды подай, если попросит. Огонь разведи в очаге, хорошо? Ты же добрый мальчик. Ну, иди. Твоему дому, а тебе доброго здоровья, баяга. А я к тебе с просьбой. Одолжи до мая 2 мешочка семян. Идет весна, а нам со старухой нечего сеять. О, Аллах! Неужели ты записал в книге судеб, что я должен помогать бедным? До мая ждать слишком долго. Если ты мне отдашь через месяц и целых 4 больших мешка, вот тогда я, может быть, подумаю. Ну, баяга, ячмень за месяц не может созреть. Урожай ведь собирают летом. А если до тех пор ты умрешь? Кто мне вернет мое зерно? У тебя нет сына, за тебя некому расплатиться. А если ты умрешь, моя старуха отдаст долг твоей старухе. Старуха тоже может умереть. Лучше вот как. Если все-таки ты умрешь, я заберу себе твое поле. Ну, хорошо. Ты заберешь мое поле. Пешака могу накинуть. Нет, 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 нет. Уходи, уходи. Не хочу. Ну, бог с тобой, баяга. Нет, ты погоди. А вдруг тебя возьмут и бросят в темницу? За что? И что же тогда скажут? Что баяга якшался с каким-то вором. Какой же я вор? И на меня падет тень. Я потеряю свое лицо. Нет. Нет, 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 это слишком большое несчастье. Слушай-ка. А если я заберу твоих волов? Хорошо, баяга. Ты заберешь моих волов. Ну, а если ты вдруг загуляешь? Или просто... просто поленишься убрать ячмень. Что тогда? А вот что. Дам я тебе семян. Но ты мне вернешь 8 мешков вместо моих 2. А ну-ка. В старой крепости нашел, говоришь? Ага. Если еще найдете железки, приносите мне, хорошо? Без железа человек ни землю спахать, ни с врагом не может сразиться, да? Да. Вот об этом и речь. Вот так-то, джиги. Так, сейчас мы его раскалим. Потом мы его согнем.
потом отобьем. Вот и готово. Нравится, да? Вы вас подрастете, я вас научу. Ну-ка, Чарли, пойди отдай это дедушке Алтые. Живо. Спасибо, дорогой, спасибо. Уйди с дороги. Подвинься. Отойди. О, вижу, ты разбогател. Какой же добрый человек, Мередбай, если дал тебе столько семян. У тебя же в кибитке шаром покати. Чем же ты будешь расплачиваться? А не вернуть долг, это же великий грех. И куда тебе столько одному со старухой? Наследников у тебя нет, Бог не дал. Замаливал бы лучше свои грехи, чем у щедрых людей ходить, клянчить. Святой отец, а ну-ка проходи мимо. Иди, а иди, святой отец. А ты чего? Иди, трудись. И не вмешивайся в беседу старших. А у тебя тоже наследника не останется. Денег-то у тебя нет, а Мередбай свою бахтыгуль за такого голодранца, как ты. Вот. А? Чего стоишь? Иди себе. И не гневи Аллаха. Иди. Иди, невежа. Пошел вон. Обидел меня Аллах, не дал мне сыночка. Был бы у меня сынок, хотя бы с ноготок, никто бы меня не попрекал. Эй, Атаджан! Возьми меня в сыновья. Если хочешь увидеть орла, не смотри в землю. Ой, кто же ищет барса в небесах? Покажись, не прячься. Я вот он. Брось шутить. Мне не до шуток. Вот ты где. Ну, иди ко мне. Вот какой ты маленький, в половину верблюжьего уха. Вот и зови меня Иртыгулак. Так и буду звать тебя, сыночек. А как обрадуется тебе твоя мама? Пойдем к ней. Она там одна. Эй, жена! Выйди-ка! Чу. Ну, где ты там? Посмотри, кого я привез. Радуйся, мать. Сегодня у нас праздник. Я тебе сына привез. Что ты, старик, какого сына? Собственного сына. А где он у тебя за спиной? Ну, посмотри. За спиной никого нет. Куда же ты его дел? Ну, поищи. Поищешь, увидишь. И не стыдно тебе смеяться над моим горем. С горем ты простись, его уже нет. Посмотри, жена. Салам. Откуда же ты такой хороший, сыночек родненький? Да, я твой сын. Долгожданный ты наш. Утешение на старости лет.
Ну что за джигит без рубашки? Это от нас. Пусть носит на доброе здоровье. А это от нас. Долго ему жизни. Примите наш подарок. Музыканты, музыканты, не подкачайте. Малду дал. Музыканты, музыканты, не подкачайте. Музыканты, давайте что-нибудь душевное. Печалься, дружок, и твоему горю придет конец. Налей-ка нам чаю, сынок. Ого, а сильный ты джигит. Вот какой у тебя помощник растет. Мама, ты пойдешь к отцу? Да, пора ему нести обед в поле. Мама, разреши, я отнесу. Ты еще маленький. Ну и что же, я смогу, ты увидишь. Thank you.
Караул! Караул! Мамочка моя родная! Жена! Жена! На меня клют мой замахнулся! Сколько раз я тебе говорила, прячь от солнца свою лысую голову. Как же ты все это дотащил? Ну, спасибо, деточка. Тепло моему сердцу от того, что ты так заботишься обо мне. Ай да мальчик. Можно я за тебя повожу валов? Ладно, побалуйся, а я тут посижу в тени. Левее, сынок, левее! Так-то. Хорошо.
захватывай. По краю. Вот так вот. Ну, смотри, как хорошо, а? Ну, что за мальчик, а? Вот так. Ты что-то путаешь. Такого не бывает. Клянусь, сам видел. Он покрикивает, а они сами пашут. Воле Аллаха, у него волшебные валы. А ведь непорядок такому бедняку иметь волшебных валов. Святой отец, ты читаешь мои мысли? Да. Наведи порядок. Если бы они были мои, я бы их любил и нежил. Ну, а своих батраков я прогнал бы. И расцвела бы весна моих желаний. А без этих валов весна моих желаний не расцветет. Да я им сам служить буду. Волшебным быкам. Ну что же, благословляю. Богоугодное дело. Нельзя, чтобы он сидел, а они за него пахали. И как слуга Аллаха должен я что-нибудь придумать. Должен, должен. Да. Свидетелями! Ах ты, старый мошенник, ведро воды у меня выпил! Что смутило твой золотой покой и потревожило твою чистую совесть? Он украл мою воду! Да, украл. Он? Украл. Да, он! О-о-о. Нет, я не украл никакой воды. Она полилась с неба, прямо мне в рот. Я чуть не захлебнулся этой водой. Он нагло лжет, этот мошенник. Сын обманщика, внук плута, правнук нечестивца. Он наглотался моей воды. Я уже не говорю о том, что это была не вода, а прекраснейший в мире зеленый чай. А теперь он отрекается, эта змея. О, мудрейший, рассуди нас. Выпил ли ты глоток чужой воды или несколько ведер, должен по закону понести наказание. Должен, должен. Сейчас мы посмотрим, какое именно наказание. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Непочтение к родителям. Нет, не то. Черная зависть тоже не совсем то. Дурной глаз, неповиновение мужу, пререкание со старшими. Сейчас, 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 сейчас. В шариате записано, что украсть чужое добро — это большой грех. И шариат велит нам быть строгим к вору, лишать его обеих рук или одной головы. Вот так. К тому же,
Выбирает наказание тот, кому причинен урон. По закону предков, ты, подсенеши бай, должен поклясться на Коране, что говоришь на суде одну правду. Ничего, кроме правды. Одну правду. Если твоя клятва ложна, у тебя лицо почернеет. Готов ли ты, сын мой, прилюдно поклясться? Готов, святой отец, готов. Готов. Клянись. Клянусь, что старик Алтыага, нагло ворвавшись в мой дом, выпил у меня весь зеленый чай. Если моя клятва ложна, пусть мое лицо почернеет. Клянусь небом, я говорю правду. Лишь только правду, чистую правду. Если моя клятва ложна, пусть мое лицо почернеет. И какое же наказание, сын мой, ты выбираешь из дозволенных Кораном? Лишить его головы. О, Аллах! Ты отверг его клятву. Ты черен. Ты черен, как шайтан. Ты себя. А ведь соловьем разливался, благословлял. Но лицо почернеет. Прости, но ведь мы с Аллахом никак не думали, что ты в кармане носишь фунт сажи. Нет, видно, Аллаху не угодно, чтобы я тебе помог. Аллаху не угодно. Пусть он внушит своему слуге, чтобы он хоть иногда собственной головой думал. Знать ничего не хочу. Давай, Валов! Не кощунствуйте в святом месте, грешник. Прикройте голову. Аллаху не угодно вручить тебе Валов. Не посыпай золой свою лепешку, святой отец. Аллаху не угодно вручить тебе Валов. Ну, придумай что-нибудь, перехитри Аллаха. Гореть тебе в аду. Хивинский халат? Резиновые калоши. Ну, говори, что тебе надо, барана, верблюда. За мысли, которые внушает мне Аллах, нужна самая высокая награда. Я же говорю, бери верблюда. Бахтыгуль, в жены мне аж. Святой отец, опомнись! Согласен. А я уже придумал. Ты договорился со стариком, что после его смерти станешь наследником. Так. Так вот. Хорошо ли, что этот бедняга так долго мучается на нашей грешной земле? Зачем ему такая жизнь? Зачем? Ну что это? Ну для чего это? Что за глупости? Такие люди, как он, созданы для спокойной смерти. Ну, скажем, от голода. Зато после смерти попадет он в рай. И будут услаждать его прекрасные гурии. Красота! Гурии — это хорошо. Даже завидно. Только кто отправит этого старичка в райские кущи? Кто обстряпает нам это богоугодное дело? Ты? Во имя Аллаха,
Накормите святых людей, умирающих от голода, вашего порога, не имеющих крова. Во имя Аллаха и единого Бога, голодных. Проходите, проходите, спасибо. Милости просим. Спасибо, хозяева, вы добры к нам. Спасибо, бисмиллах рахман рахим. Очень вкусно. Да благословит Аллах ваш дом и ваш очаг. Аминь. Смотри, сегодня Аллаху старик душу не отдаст. Он еще вроде дышит. Ха, неважно, едят твои дервиши. Ой. Во имя Аллаха. Накормите двух святых. Входите, садитесь, вы желанные гости. Радуйтесь. Весь день мы молились и узнали волю Аллаха. Он сказал нам, что благословляет ваш дом, и повелел нам остаться жить навсегда у вас. Воля Аллаха – закон для всех. Гость главнее отца, сыночек. Входите. Ешьте, ешьте. Завтра его душа отлетит. Видишь? Он уже сидеть не может. Ha ha ha.
Мама, мама, а они почему не спят на улице? Гости должны спать в кибитке, сынок. Таков обычай. Не будем мешать почтенным дервишам. Пусть спят. Надеяться на лучшее. Аллах милостив. К старику. Чует мое сердце, чем все это кончится. Старик благополучно проживет до мая и отдаст мне мой долг. И тогда прощайте, волшебные валы. Но помни, святой отец, тогда и тебе не видать, Бахтыгуль. Ни слова. Ни слова больше. Я читаю в твоем сердце. Оно для меня... открытая книга, твое благородное сердце. Ну, говори, говори, что ты там вычитал? Предчувствие лета, а это значит, что месяц май наступит не через 5 недель, а завтра. Такой чепухи у меня и в мыслях не было. В сердце, я говорю, в сердце. А, мысли тут ни при чем, ни при чем. И к чему это ты ведешь? Ну, любезнейший, ты ничего не понял, да? Как это же не понял, это в моем сердце сказано. Месяц май наступит завтра. Ну? Так это старик не успеет собрать свой урожай. Понял? Понял. Понял. Слышишь, старик сам приведет ко мне моих валов. Подай-ка мне. Салам алейкум. Алейкум салам. Я хочу заказать тебе шкатулку для своей милочки-невесты. Да-да-да. Аллах благословил меня в мои преклонные лета взаимной любовью. Дорогой Мередбай, рад и счастлив отдать мне свою племянницу в жены. Так что, мастер Вилли, сделаешь мне шкатулку? Соглашайся. Слушайте! Люди, люди! Слушайте, слушайте все! И не говорите, что вы не слышали! Да значит, ты, мой мулла, долго изучал расположение звезд и вывел! Слушайте! Слушайте, люди! Он вывел! Но месяц май, благодарение Аллаху, наступит в этом году 5 неделями раннее, чем в прошлом. Пославим Аллаха, пославим Муллу. Люди, люди, слушайте, месяц май в этом году наступит 5 неделями раннее, чем в прошлом.
Месяц май наступит раннее! Люди, люди! Слушайте, слушайте все! Это для меня гибель, мастер. А не все ли нам равно, как назовет мулла этот месяц? Мне-то не все равно. Напоминаю тебе, старик, что свой долг ты должен вернуть сегодня. 8 мешков ячменя или своих валов и землю в придачу. Мередбай ждет тебя сегодня до заката. Ты же слышал, месяц май наступит завтра. Не печалься, Алтай-ага. Человек, у которого есть друзья, не должен терять надежду. Не печалься, отец. Так, знак уважения к твоему дому я принес подарочек своей прекрасной Бахтыгуль. Вот, позволь вручить. Ну что, старик ведет своих валов? Когда эту чалму я сменю на свадебную, валы будут твои, да услышит меня Аллах. Ты мне веришь, а? Баяга! Баяга! Идут! Идут, баяга! Ведут, баяга, посмотри на улицу! Ведут валов? Нет, долг несут, ячмень несут. Жених, смотри у меня. Я тебе покажу свадебную челму. Вон, бесчестный старикашка. Чтобы тобой тут и не пахло. И твоей дурацкой шкатулкой тоже. Мой подарок твоей племяннице, моей невесте. Ай, ой, 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 люди. Шкатулка. Кула тонет. Помогите. Спасите. Я молнией убил. Чтоб тебя градом побило, чтоб тебя дождем намочило, чтоб тебя солнцем сожгло. Да мои еще 7 недель осталось, и чтоб все могло случиться. Урожай могло громом побить, градом потравить, дождем намочить, солнцем сжечь. А если б я захлебнулся? Если б я утонул, кто б тогда помешал старику вернуть тебе долг, а? Пустая ты голова. Что? А это вам от меня. Красавица жену тебе, сынок. А тебе желаю много сыновей. Спасибо, сынок. Я говорю, не сейчас. Прошлую невестку вам, Анна. Это... Все вот, хорошо. Спасибо. Мир вам. Спасибо. Эй, скорее несите мешки. Живите в достатке. Спасибо, сынок. Вот еще. Вот на счастье. Доброго тебе здоровья, счастья и спасибо.
Сладкий вы! Я волшебник, колдун, кричу! Я волшебник, колдун, кричу! Колдун, колдун, прорицатель, предсказатель! Считай звезды на небе, я колдун, прорицатель, предсказатель! Я знавидец, чую золото под землей, изгоняю злых духов, собираю темные злаки! На колени передо мною, правоверные! Волшебник, чую золото под землей, изгоняю злых духов! Я жду вас, мои джинны! Ходи на землю, нечестивец! Я зову вас, мои джинны! Скорей! Вот! Вот! Летит мой господин, медокрылый джин! Вот, вот, летит мой господин, медокрылый джин. Он осветит вас сиянием, сожжет вас огнем, откупиться от него жертвой. Отдайте ему 8 мешков ячменя, отдайте ему 8 мешков ячменя, ну, отдайте ему 8 мешков ячменя, отдайте, отдайте, отдайте 8 мешков ячменя. О, вот он спускается, я его вижу! Стать его жертвой! О, великий господин! Стой, стоп! Давай! Господин! О, не спускайся! Я его вижу! Подойти ниц! Морд, чуму, смерть! Морд, чуму, морд, смерть! Чуму, морд, смерть! Смерть, чуму! Сюда, мои джинны! Скорей, мои джинны! Быстрей, мои джинны! Летайте, спускайтесь, парите! Чу-чу-чу! Постой! Почему это твоему джину нужно отобрать у нас ячмень? А? Да как ты осмелился выговорить такие слова? Пойди на землю, нечестивец! А то нашлет он на нас мор! Смерть! Чуму! Смерть! Чуму! Мор! Я переселю ее в своего осла! Эй, люди добрые! Поднимите голову, встаньте! Эй, люди добрые! Поднимите головы! Встаньте! Откройте глаза! Посмотрите, мула нас обворовывает! Люди! Алтай-ага! Встаньте! Откройте глаза! Я джин меднокрылый! Я джин меднокрылый! Я велю вам, люди! Хватайте его! Гоните! Вы слышите меня, люди? Обкрадывают нас! Грабят! Чемпион! Мередбай, выходи! Получай свой долг, 8 мешков ячменя. Несите, несите! Смеешься надо мной, мастер Вилли? Какой теперь ячмень? Март месяц на дворе. Я могу подождать. До мая еще 5 недель. Как раз новый урожай поспит. Нет, Баяга, забери свое зерно. Не к добру. Ты добрый стал. Это мулла напутал. Он неправильно прочитал расположение звезд. Май наступит, как всегда.
после апреля. Вот тогда и отдашь свой долг. Ласточки вы мои. Слушай-ка, что я тебе скажу, Баяга. В твоей кибитке есть красавица. А у нас в ауле есть джигит. Он хочет постучать в дверь твоей кибитки. Это верно, верно. Инжир не для всякой птицы пища. Надо подумать. Надо подумать. Ласточки вы мои. Голуби вы мои кроткие. Я согласен. Если ты, старик, отдашь мне своих валов. Ну как, по рукам? Да что ты, бай! Алты-ага без валов умрет с голоду. Нет. Я отдаю тебе своих валов. Не думай, что ты меня облагодетельствовал. Мы приобретаем волшебных валов. Но приобретая волшебных валов, мы лишаемся любимой племянницы. Обманули мулла и бай. Но ты же сам сказал, тот, у кого есть друзья, не должен терять надежду. Золотые, серебряные. А вы, батраки, идите, идите. Вы мне больше не нужны. У нас дети, Баяга. Куда же нам идти? У тебя совесть есть, Баяга. Дурак ты, дурак. У меня дом полон добра, а он совесть. Боишься, Баяга. Не трогай валов грязными руками. Работали, работали. Ах, и надоедливые люди. Ну, с Богом, с Богом. Хорошо. Ну, куда мы пойдем? Ну, сам гости, дорогие. Угощайтесь. Ешьте, пейте. На доброе здоровье. Ну, святой отец, теперь ты можешь отдать подарок своей невесте. Ну вот, мы разрешаем эту шкатулку вручить нашей племяннице. О, великий, щедрый, всемогущий, благослови. Можно пахать, дядюшка. Паши, можно пахать. Пашите. Ну,
А ты не отворачивайся, не отворачивайся. Построже, дядюшка, построже. Что же это вы балуетесь, бездельники? Ну, стоят. Это я и сам вижу. Скажи им волшебные слова. Ну, пошите, мои милые. Пошите, вам говорят. Вы что, человеческие слова разучились понимать? Так я с вами по-волшебному поговорю. Вот вам, дядюшка! Они сошли с ума! Проклятый старик! Он обманул меня! Он еще пожалеет, что на свет народился! Что делать? Задержи их! Как? Останови их! Задержи их! Задержи! Как останови? Баяга! Дядюшка! Пугайся, Бахтыгуль. Это я. Кто это? Это я. Ой. Это я, Иртыгулак. Мастер Вилли сказал, чтоб ты ждала. Он уведет тебя отсюда. Как? Потерпи, узнаешь. Прикидываешься простаком. Будто я не знаю, что твои валы волшебные. Хитришь, старик. Если ты что-нибудь утаиваешь от меня, выверну наизнанку, а найду. Баяга, ты обманул нас. А мои валы служат только честным людям. Они служат тому, кто знает волшебные слова. И ты мне их скажешь. А если нет, я в покое тебя не оставлю. Жить я не дам! О, говоря по совести, Меритбай, ты мне житей так никогда не давал. Ой, 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 беда, о, Меритбай. Езжай скорей, спасай свой дом и мою невесту. Аллах. Почему? Он отсюда. Убирайтесь! Обратись к ним, мула, ты праведный жизни человек. На них напустили порчу, они не могут внимать голосу рассудка. Хороший совет ты мне даешь. Да если я верну валов, так он будет богаче меня. Никогда. Не хочешь вернуть их, продай ты чашу. Этому не бывать. Кажется, случилось то, что случается один раз в тысячу лет. О, женщина, на этот раз ты права. Продам быков. Возомнили себе волшебные быки. Вот отведу вас на базар. Будете знать, какие вы волшебные. Не хотели служить почтенному человеку. Достанетесь какому-нибудь мошеннику. Ах, упираются. Не идут. Ничего, у меня пойдут. Куда? Куда? Не к лицу. Не к лицу мне, правда, самому с быками управляться. Давай-ка переоденемся. Отдай мне свой халат. А мой возьми себе.
Вот они. Ах, ты нечистая сила. Стой! 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 Ну, что ты с ними будешь делать? Ну, давай. Ну, прошу вас, по-хорошему. Ну, вперед. Вперед. Ну, вперед, чтоб вас. Ну, ослиное отродье. Ну. Ой-ой, Алтыага, Алтыага! Избавь меня от этих валов. Это не валы, это шайтаны. Выдай Бахтыгуль за мастера. Пускай забирает. Я перед лицом смерти согласен отдать мою племянницу Бахтыгуль этому кузнецу. Чуть-чуть, чтобы не сглазить. Будьте счастливы, невестушка. Тут и кончается наша история. Мастер Вели со своей Бахтыгуль жили долго и счастливо. Мальчик Ертыгулак вырос большим и стал на радость старикам настоящим джигитом. А семена, брошенные в землю, родили в свое время новые семена.